Здравствуйте, друзья. На вчерашнем видео при распаковке посылки из Китая я показал датчик ТЦС 3200 на чипе ТЦС 230. Этот датчик для распознавания цветов. Я хотел бы ну, маленький обзор, как бы, или что, типа обзора, что делать. Ну, как обзор, что-то на нем делать и показать, как это все работает. Давайте посмотрим видео. Я сделал распознаватель цветов. Вот такое устройство сделал. Давайте посмотрим видео, потом продолжим. Итак, друзья, сделал устройство для распознавания цветов, основан на модуле ТЦС 3200, и на модуле микросхема ТЦС 320. Так, принцип работы такой. Вот этот модуль, здесь дисплей взял, эти регуляторы, три регулятора для наладки, то есть для коррекции цветов. Здесь светодиод подключил RGB, и этот подносим сюда цветные бумажки, и этот распознает. Сейчас нету ничего, здесь черный, как бы. Сейчас давайте розовый. Вот видите, pink, розовый. Так, теперь зеленый. Green, зеленый. Теперь, ну это как лазурный, что ли, не синий, а как лазурный получается. Вот там азуре, лазурный цвет. Это красный. Red. Это синий. Blue. А это желтый. Ну, здесь это надо, поточнее надо регулироваться. Сейчас. Вот. Вот поточнее надо вот эти, при помощи вот этих поточнее надо настроить. Видите, желтый, yellow. И, допустим, белый поднесем. Видите, белый. Вот таким образом работает распознаватель цветов. Так, вот эти, если будете делать, надо построечный поставить и регулировать. А регулируется таким образом. Видите, R, red 0, green 0 и blue 0. Вот это у нас красный. Вот регулируем таким образом. Вот видите, красный загорелся. Вот надо добиваться, медленно крутить, и чтобы здесь, вот здесь, чтобы ноль был. Вот ноль. Вот сейчас. Так, то же самое остальными каналами. Вот это зеленый. И этот blue, синий тоже. Добиваемся. Вот. Надо вот медленно, как ноль, этот момент надо, дальше уже постоянно нули будет, и таким образом вот это настраивается. Ну так, где можно вот это использовать? Я думаю, можно из него как бы электронную золушку делать на производстве, допустим, для распознавания продукции по цветам. Ну, есть производство, где этот разноцветный, вот идут разные
Ну, допустим, пробки или что там большим количеством идет разными цветами, это распознает и этот сортирует как бы. Ну, как сепаратор можно делать из него. Ну, так, я думаю, ну, может, еще где, ну, что в голову пришел. Вот это на производстве, я думаю, можно как сепаратор из него изготавливать. Таким образом, это работает. Остальные на компьютере объясню. Так, я оговорился, там микросхему назвал ТЦС-230, 320 назвал видео, а на самом деле там ТЦС-230 стоит. Вот эта схема, вот то, что я там делал, видели. Так, это модуль ТЦС-300. 3200. Здесь эта микросхема вот стоит. ТЦС-230 микросхема стоит. По краям вот 4 светодиода для освещения. Вот они ярко горят и освещают, чтобы как бы поточнее там определился. Здесь дисплей и 3 регулятора. Вот надо. Если будете повторять, надо делать многоаппаратные вот построечные резисторы, надо поставить по 10 кОм на 3 канала, красный, зеленый и синий, отсюда регулируется. То есть медленно вращаем, как добиваемся нуля, перекращаем, дальше не крутим. И 3 светодиода. Ну, я там этот, видели, там RGB светодиод один поставил. Ну, здесь можно и так RGB поставить, можно вот отдельно светодиоды поставить. Вот это так. Теперь, вот здесь это 3 цвета. Вот каким образом вот это распознавать, вот это разные цвета. Давайте вот эту схему выключу, это больше не надо. Вот так. Ну да, про микросхему давайте еще. Вот микросхема вот такая, вот которая распознает цвета и напряжение питания у него оптимальный вот от 2,7 до 5,5 вольт как бы вот должно быть напряжение питание от 2,5 до 5,5 вольта. Вот эта микросхема такая. И по цветам. Вот посмотрите, при помощи вот этих 3 цветов, основные красный, зеленый и синий, можно 7 цветов как бы получать. То есть при смешивании красного и синего получается пурпурный. Ну, розовый, что ли там, я розовый. При зеленый, красный, желтый цвет дает. И при зеленый и синий, бирюзовый. Вот на FL Pro я сделал так, чтобы вот это сейчас объясню, как это делается. Ну, давайте на FL Pro лучше объяснить. Включаем FL Pro. Так, открываем. Так, входы, 3 аналоговых входов. Вот нулевой, первый, второй, RGB, там где резисторы включаются. Выходы. Сделал вот это шим режиме, я первоначально сделал, так и оставил вот это 9, 10, 11, то есть это RGB на шим режиме работает светодиод, можно один светодиод RGB поставить, можно несколько на каждый канал по отдельности. И переменные такие, 6 переменных, опять цветовые RGB. Интеджер и булян. Так, давайте теперь показывать, как это все работает. Вот у нас этот блок, который модуль, распознаватель цветов. Если так,
Здесь отсюда устанавливаем, вот, который вывод куда подключается. Я подключил второму, вот, S0 второму, S1 третьему, S2 четвертому, S3 пятому, out шестому и OE на GND. Поставил отсюда входы, поставил, ну, это для чего входы? Вот входы для коррекции сделал. То есть, если его включить, если без входа включить, везде нули, вот если здесь, сейчас я константу поставил, вот это на вход подаю, как бы, но можно и везде нули поставить, но они, показания разные будут на выходе. То есть, вот это для коррекции получается. Так, отсюда вот это для коррекции подаем, вот с резистора напряжение меняем от 0 до 5 вольт, а на выходе у нас число меняется от минус 250 до плюс 250, как бы. Ну, там это обычно плюс, минус мало, ну, там, ну, сделал так-то мало, что ли. Вот, смотря вот образца вот этого модуля, они разные могут быть. Поэтому вот отсюда, здесь цифра подаем минус 250 плюс 250. Но на самом деле там, ну, около нуля, что ли, получается. То есть отсюда устанавливаем 0, как бы. Вот резистор вращаем, и надо, чтобы на выходе вот везде нули были. Вот здесь. Вот первоначально, как ничего не поднесено к экрану, здесь надо добиваться, чтобы нули были. А здесь дисплей вот это показывает. Там три дисплея для красного, зеленого и синего цвета. Отсюда подключены переменные для дальнейшем, чтобы использовать. Сейчас дальше пошли. Опять так, давайте вторую плату. Так, вот вторая плата, как мы получаем красный цвет. Так, то есть вот здесь это стоит, у нас сравнение стоит, и вот отсюда как бы чувствительность можно регулировать. Вот здесь цифра у меня сейчас 20 стоит. Если на выходе вот цифра больше равно 20, вот на входе, на выходе единица появится. То есть это уже красный цвет включается. Но отсюда можно регулировать как бы чувствительность. Он где-то цифра получилась у меня красный, когда поднесу до 30-40 доходит. Ну, если поменьше делать, там рядом какие-то цветы, ну, как разные тональности будет, здесь опять может включиться, чтобы это именно при красного цвета, чтобы включился. Вот здесь как бы вот эта цифра 20 у меня стоит, можно побольше, поменьше, можно настроить. То есть здесь единица, вот этот переключатель переключает с нуля 255-й светодиод загорается. Ну, я там этот шим режим первоначально вот этот взял, можно отсюда прямую светодиод, булевый вот этот цифровой входный шим режим включать цифрами без этого. Но я переделал как бы, и поэтому как было, так и остался. Ну, так тоже работает. Так. Здесь единица, здесь вот это на дисплее, вот где цвет показывает. Вот здесь видите, red красный. То есть, если здесь единица будет, там будет этот красный будет загореться. То есть надпись красный появится. А как дело, чтобы вот это они. Там может быть такое, что одновременно и зеленый, и вот этот, чтобы этого не было, вот здесь это отрицание как бы стоит. Если вот условия такие, если красный, то есть если здесь единица, здесь вот видите. Если здесь тоже единица будет, здесь тоже единица, но здесь нули будет, то есть это уже не будет как бы, только единственный при красный вот это когда будет, вот только тогда вот этот дисплей включится. Если один из них,
будет включена, вот допустим, и зеленый будет, или синий, это значит, там другой цвет будет, и этот дисплей отключится. Вот примерно логика такая. Вот такой же сделал для зеленого, и такую же сделал для синего. Но здесь, соответственно, вот здесь как бы вот местами поменялись эти, как бы. И, а как делать, чтобы вот это белый, допустим, загорелся? Белый, вот это, там я показывал вам, вот посмотрите. Если одновременно вот это и на всех выходах есть напряжение, то есть и красный, зеленый, и синий, если везде есть, это значит, у нас белый цвет. И поэтому вот здесь, видите, когда вот условие такое, если вот на трех выходах есть, значит это белый. Вот белый включается, остальные отключаются, у нас дисплей, только белый будет включен. Так, при желтом, посмотрите, желтый цвет образуется, когда красный и зеленый, а синий, видите, отрицание. То есть, если три будет, там белый будет включаться, это не будет. Если две будет, вот только две, вот этот дисплей включится, у нас желтый будет показываться. Так, а это розовый. А розовый у нас получается, когда красный и синий, когда цвет смешаются, вот только тогда. А здесь отрицание стоит опять. То есть этот дисплей будет включаться в условии только когда красный и синий там есть питание. А бирюзовый вот только когда зеленый и синий, когда есть, вот только тогда включается дисплей бирюзовый. Так, а черный, то есть когда ничего нету, вот когда ничего нету, ни одном выходе, везде нули, здесь единицы, и этот черный дисплей включен. А когда на одном из входов что-то появится, уже другой цвет будет показываться. Вот таким образом я это как бы настроил. Вот это все настроил. Там можно и другие оттенки цвета тоже можно настраивать, только там уже компараторы там разные, там настройки разные. То есть можно добиваться, по-моему, любого цвета, чтобы там настроить тонкими настройками, можно так добиваться. И я там сказал, что вот это можно на производстве как-то использовать для сортировки цветных, допустим, цветной продукции. Можно и так, можно там счетчик, даже можно и счетчик подключить к этому. И кроме сортировки еще по цветам может считать, сколько зеленых, сколько красных, сколько синих. И, то есть можно и счетчики подключить, считать количество вот цветной изделий, с какого цвета, сколько количества. Можно и так, но это уже как вы хотите, можете и так и делать. То есть немножко тут, ну, как сказать, вот таким образом все это работает. Вроде все, о чем я хотел вам сказать. Спасибо за внимание. До свидания.